А у нас очередное купание. Прямо с утра. Чтобы можно было прогреться и принять потом пищу. Наш Стэн уже очень длинный ящер. Больше 70 сантиметров, это, конечно, уже ощущается. Фактически кошка размером с кошку. Нормальную, среднюю. Ну, разве что не такой пушистый. Но мы ему это прощаем. Собственно, купаемся мы для того, чтобы... Ну, и просто старая кожа отошла, чтобы можно было проще и безопаснее полинять. Ну и заодно, чтобы слегка потренироваться. Сначала отмокаем в теплой воде, а потом тренируемся, когда до дна лапками уже не сможет достать. Но сейчас у нас период отмокания. А он просто будет наблюдать и думать. Может быть, что-нибудь даст съедобное? Нет, пока не дам, только после принятия ванной. Он достаточно спокоен в воде. Ну, в основном потому, что может достать лапами до дна. Но поскольку упирается, он не особо нервничает. К тому же здесь тепло. Никто не кусает, никто не пытается брать на руки и так далее. Он пока еще боится сидеть на руках, поэтому длительное время не получается его держать. Зато более-менее контактно ведет себя, когда его гладишь. В частности, по лбу или по шейке, здесь вот. Вараны очень любят, когда их гладят именно вот здесь, как кошек буквально под шеей. Может быть, это индивидуально, но Стэну это нравится. К тому же, поскольку гладит именно спереди, у него нет чувства, что на него могут напасть или что его пытаются скушать. То есть не включаются инстинкты. Поэтому к варану всегда нужно подходить спереди, а не сзади, чтобы он не дал дёру или чтобы не испугался. Но это характерно для молодых варанов. Наш Стэн еще молодой. Ему всего 13 месяцев. То есть, получается, день рождения был в мае. И прошел уже месяц один. Но пока он просто посидит, поотмокает. А я с него буду потихоньку снимать кожицу. Она сильно заметно выделяется на лапах. На спине. Но это можно и так увидеть. Вот, например, кусочек кожи. Быстренько сняли. Но не быстренько снимаем, а именно медленно. И именно то, что простенько отходит. Для этого и отмокаем. Чешуйки различные. Старенькие уходят. Сток. Вот таким образом мы его быстренько почистим. Если вода остыла, то просто меняем ее, подливаем теплый. Ну а пока наш Стэн покупается, подмокает, и мы займемся его гигиеной. Ну а после уже будем кушать. До новых встреч!